Добрый день, дорогие любители белорусского футбола. Сейчас давайте будем переходить уже к стартовым составам и начнем с команды гостей. 35-я Екатерина Луцкевич, 41-я Надежда Савченко, 43-я Виктория Курлович и менеджер команды Леонид Болтушкин сегодня будет. Под 15-м номером в воротах Виктория Крылова, 3-я Виктория Плесюк, 6-я Анастасия Лобашова, 8-я Ольга Капыша из Витебска и 2-й помощник Алина Слуцкая. Сейчас будет угловой, подача, и на выходе играет голкипер, но мяч остается штрафной. На добивании не повезло немножко футболисткам Зорки. Бобруйченко отбивается, но атака продолжается. Еще одна подача. Удар по воротам, и это гол. Первый гол на второй же минуте мы увидели. 1-0 в пользу Зорки. 16-я Лилия Жиголка отправляет мяч в сетку после удара головой. Ну вот так вот сразу же с первых же минут Бобруйченко. Еще одна подача. Удар по воротам. Мимо. Вспомнить, какие результаты сейчас у Бобруйченко. Ну и какие, в принципе, какой расклад у команды. Понятное дело, команда... Но сейчас видим, что это тоже гол, и это 2-0. Подача. Ну и вот так вот мне казалось, что все-таки справляется с этим мячом голкипер, но нет. Яна Рай отличилась, 10-й номер Зорки БДУ. Ну и давайте посмотрим еще. Вроде готова была уже Лилия Жиголка пробить по мячу, но мяч прошел мимо нее. Еще одна попытка подачи, навес, удар по воротам, перекладина. Спасает Бобруйченко от третьего забитого мяча. Удар издалека, ну и мимо, не влияет. Зорка все равно отбирает сразу же мяч. Начинает атаку Тропникова. Хорошая передача вперед, выход 1-1. И чуть-чуть не успевает до мяча. Ольга. Еще один угловой, который заканчивается быстрым розыгрышем. И вот только сейчас подача, мяч штрафной, кто будет бить? Удар издалека, и вы посмотрите, в каком прыжке спасает Бобруйченко Бондаренко. И второй раз тоже спасает. На следующей неделе уже играют против Витебска. Потом прерываемся на международную паузу. И уже заключительные матчи против Сморгони и против Минска. Ну а сейчас есть возможность еще один гол забить. Удар, но прямо в руки голкиперу нанесла Ольга Капыша. Свисток. Удар по воротам и гол. 3-0 становится. 24-я минута. Точный выстрел. Ольги Капыши. Видим мы празднование в стиле Криштиану Роналду. Ну, в принципе, да. Со штрафного очень здорово. Сейчас получилось пробить. Павел Забела говорит, нет, пенальти пока что не будет. Так, здесь Тропникова отыгралась. Макейчик. Уже мяч снова в штрафной. Прострел. Удар по воротам. Но здесь Бондаренко. И не получилось отдать передачу. А сейчас, кстати, Зорка уже забила 100-й гол. И 101-й. 101-й уже мяч влетает в сетку за весь сезон высшей лиги. 4-0. Счет становится. Да, я так понимаю, не было там положения вне игры, на что обращали внимание футболистки Бобруйченко. Вот здесь вроде бы потеря, но Герус сразу же забирает мяч для своей команды. Ну и пока что прихрамывает. Досталось ей от соперницы. Удар издалека. И это гол. Вы посмотрите, какой красивый гол. Даже оператор не успел камеру перевести. Настолько сильный выстрел. И прямо в девятку. 5-0 счет становится. Так, ну и здесь, конечно, главное, чтобы Виктория Герус. Мяч. И снова мяч у Зорки. Васильева отдает вперед. Можно продолжать игру. Это находится на газоне футболистка Зорки. Подача в штрафную. И удар не будет. Ну и чуть позже мы узнаем, вместо кого. Футболистки все так же и дальше напрягают штрафную Бобруйченко. Удар по воротам и спасает Бондаренко. Спасает Бондаренко, а Зорка продолжает свою атаку. Еще одна подача, удар и мяч в сетке. Счет становится 6-0 в пользу Зорки БДУ. Ну а Бобруйченко пока что достает мяч из сетки и будет бежать снова на центр поля, чтобы начать уже свою атаку, возможно, которая закончится снова
отбором Зорки и атакой Зорки. Да, здесь Рози вставляет мяч. После того, как он двигается по полю. А сейчас шанс у Бобруйчанки воспользоваться этим моментом. И нет. До удара дело не доходит, хотя дело... Подача. И удар поворотом. Надо добивать. Кто добьет? А здесь очень много футболисток Бобруйчанки. Приходится даже отдавать чуть назад, чтобы пробить. Ну и видит. Да, конечно. Я тоже думаю, что, ну, как минимум, 1-2 минуты надо добавить. В любом случае, все-таки остановки были по правилам. Только продолжает наступление. Тропникова. Хорошая передача в штрафную. И удар поворотом. Что там? Нет. Мяч. Мяч заходит в сетку, я так понимаю, по аплодисментам. Да, это гол. Счет становится 7-0 на 90-й минуте. Вышедшая на замену Татьяна Шерешовец забивает 7-й мяч. Всем хорошего дня. Ну и еще увидимся. Всем пока.